Надо же какой-то бой проиграть. Да не, ну тут не такие отряды, как за Сетру в этих вихре. Да все равно это дикие сморки. Они могут всех разрезать. Ты там готов? Да, готов вроде бы. Чё не жамкаешь? Да я тут подстраиваю этих сейчас. А, понятно. Asafute.
Блять, вот там что-то всадник до кабане что ли потянул за собой или что? Сетру твоего. Setra the imperishable. Was Ahmanar. Astani. Animus. Блин, все-таки не получилось прочаржить напоследок. Сейчас тут варбосс раздает.
течет. Что-то они прям тормознули резко. Думал, хоть Сетру прочаржат напоследок. Ну, конечно, ситуация у тебя вообще херовая. Тебе, по идее, только реальный цикл чар. Попробуй сфинксом. Не, в мили точно нет смысла драться, потому что сейчас еще отхватит. Да, вот так вот по моральке просто прокинет, вот сейчас его прочаржит, ну, без шансов. Сейчас пойдет минус мораль от атака в тыл, и все, и он на ужасе сбежит банально. Да, мне кажется, хрен там сбежит, бля. Ну, пока я пытаюсь чаржиться, да. Я просто пом... О, бля. Вот, видишь, сбежал как раз.
Давай там третью скорость, вот убью его хоть. Ты его убивать будешь именно? А, точно, точно. Вспомнил эту фишку от Стиме, которая... Да, была, да, да. Слушай, так это же в поселении, да, вроде херня была? Это поселение, да. Просто смотри, вроде как он так и так же умрет в поселении. Не, Стиме говорил, что надо прямо в бою убить. Ну вот, значит. Плюс 800. Какая дичь, короче, вообще жесть. Да, да блин, я, короче, сфинкс у меня понахватал стрел. Он тебя в первую очередь нахватался от кабанов, которые его чаржат. Потом еще где-то хп, наверное, 700, может 800 ему реально орки сбили, лучники. Да орки, да, много сбили ему. Надо было, может быть, брать этих больше стрелков. 4 стрелка вместо 4 пикмена. Ну, стрелков надо по-любому брать больше.